Итак, всем привет, продолжаем играть в Хардстоун. Ну что у нас, приключения, гробница ужаса? Давай поглядим, что там. Поглядим, что там. Вроде как она должна быть бесплатно, поэтому я не фармил, естественно, голду. И заглянем. Огонь! Безумие! Мурлоки! Только мы в силах остановить кары Рафаама. Исследователи, за мной! Погнали. Обычный режим, видимо, да? Я собрала показания очевидцев и определила источник кар. Попробуем устранить их одну за одной. Так, попробуйте свои силы в первой главе. То есть вот первое. А скорее всего, знаете, как обычно, наверное, на каждом... В этот город веками не заходили чужаки. Представьте, сколько там богатств. Затерянный город. Погоди, а затерянный город, это так... Это не затерянный город называлось подземелье в Ульдуме, в катаклизме? Затерянный. Так, ладно, следуйте улице затерянного города. Таувиров, да, в попытке остановить Кару Мурлочью. Ну, поворот, значит. Мурлоки, кругом Мурлоки. Короче, кругом Мурлоки будут. Да, реально, Таувировская, это катаклизмская, типа, подземелье, походу, будет. Наш путь да. Лежит в пустыню. Раскаленные пески будут потом. Атаки в конце хода, интересно. Гробница Хартута. По моим данным, в ней таится... Сокровище! Рено. Смерть, Рено. Здесь живет смерть. Нам так. Нужно быть предельно осторожными. Погребение существ, нифига себе, типа этот. Чертоги созидания. О, это подземелье, да. Ульдуме, в катаклизме. Можно сказать, топовое, довольно-таки интересно. Супер нравилось. Интересно, будут эти боссы или нет? Особенно этот, который копия, ну, внешняя копия Ребрада, да? Искупление, иступление существ. О, еще внутренние святилища какие-то будут. Награды! Золотой пак дадут и рубашку. Так, ну пойдем, это все недоступно. С каждой недели будет открываться, понятное дело. А, в смысле? Эту главу мы вам дали. То есть все-таки все платно будет? Лоу, надо тогда фармить голду. Окей. Блин, вот отстой. Ладно, будем фармить голду тогда. А я что-то думал, они бесплатные на самом деле. Ну ладно, хотя не интересовался. То есть, видимо, как... Источник Мурлочей Кары где-то в этих руинах. Мы должны выяснить, что здесь происходит. Как и Даларан, да, получается, там так же. Угу. 300 хп, да еще это у него тут такое. Да тут 3 пака. Пойти 5-го босса этой главы, чтобы получить 3 комплекта. То есть 5-го босса, ну это изи, наверное. Так, подожди. Вперед. То есть можно подключить режим аномалии, но это либо кто предзаказ, скорее всего, делал, либо... Когда все откроются, да, будут. Мы долго готовились к этой экспедиции и стали еще сильнее и изобретательнее, чем прежде. Нифига, Рено, это маг. Шляпу! Я иду в бой! Разбойник, видимо, карта разбойника и мага, видимо, Рено, да? Финдли недоступен будет. Откройте доступ. А, то есть нам пройти надо первую главу, тогда будет доступен. Я иду в бой! А это шаманы паладин. Ну да, муроки на паладинах, шаманы же на муроках тоже. Очевидно, что это шаманы паладина. Здесь маг и разбойник. Это все-таки интересно. Воровство, заклинание. Вот это классная тема, наверное, да? Так, ну погнали. Браво, охотник со сокровищами. Решил попробовать себя в магии. Ну, смысл тот же самый, наверное. О, что-то другое, смотрите. Интерфейс какой-то другой. Это мой шанс запастись сокровищами. Так, ну что, погнали, что это такое? Выберите фирменное сокровище, то есть есть. Так, ладно, давай начнем. Да, посмотрим, какие будут у вас потом. Победите 5 боссов. Путуское лассо Рено. 2 маны, 3-2. После того, как ваш герой атакует, вы крадете карту из руки противника. То есть это оружие должно у нас быть, да, имеется в виду? А, или... Подожди, после того, как нас бьет. Именно, то есть, два хода, то есть... То есть, нужно какой-то баф на оружие, наверное, да?
чтобы нам, ну, как бы надолго его хватило. Или только это лассо, интересно. Тут не написано, что именно конкретно этим атаковать ты должен. Хотя, наверное, да. Хотя, наверное, двинется это каким счетом. Это же как оружие будет или что? Скорее всего, да. Так, А, наносите урон повелителем карт. Ну, типа боссу, да, 50 урона. Волшебный факел Рено. Наносит им урона, серия приемов замешивает копию этой карты в колоду, она наносит 2 единицы больше. О! То есть это можно бафать, и в итоге потом ваншотнуть в теории, да, получается? Да, то есть может ваншотнуть этой картой потом. Получается так. Потому что она срабатывает урон-то сразу, а серия приемов она замешивает. И прокачивает ее. Прикольно. Так, они, кстати, по мане все, да? Они 2-2. Так, 4. Победите победителя карты. А, кары, победите кары. То есть, видно, может, когда можешь пройти, имеется в виду, или что это значит победителя кары? Младший знаток гробниц. Она просто желает набраться опыта, поэтому готова закрыть глаза на такие трудности, как победитель кар. Брокли, если в этой матче вы разыграли 6 секретов, сила героя меняется, но вы раскапываете сокровища. Офигенная штука. Офигенно. Так, тут что у нас? Лей, огненная лапа. Зима 2-6. Кстати, сколько там маны было? За 4. Ну нормально, что. Пандарин маг, который пытается спасти мир вместе с Рено. Или от Рено. Нормально, прикольно. После как вы применяете заклинание, повторяет его, выбрав ту же цель. Но это пока она стоит, наверное, карта. Это же именно когда ты ставишь на стол, пока она стоит, это вот работает. Это не то, что именно... Видите, победитель карту 2 раза, да? Интересно. Победитель... 3 раза победитель карна. Победить сам мощный, загадочный автоматизированный магический инструмент в истории. Палочка-стрелялочка. Настрелянность урона, случайно сплюнув между всеми противниками, улучшается каждый... С каждым вашим заклинанием, применимым в этом матче. То есть она будет когда в руке у тебя, скорее всего, прокачиваться только, скорее всего. Но в теории тоже зачистка стола, либо там нормальная тема такая. Так, ну и у нас сначала, конечно, берем Рено, уверяет, что она волшебна, но вообще-то это обычная Федора. За одну ману счастливая шляпа Рено выбрана, что получает 2-2 и урон от заклинания плюс 2. Классно. Еще немного практики, я им такое покажу. Так, ну что, выбираем силу героя, видимо. То есть будет доступна серия приемов на 30 раз использовать. Будет эликвовед какой-то. Сила героя, ваше следующее заклинание в этом ходу получает урон от заклинания 2. О, как интересно. За 0 маны, между прочим. А прикинь, карта дракон же. То есть мы, блин, я уже вижу комбинацию красную. Классно вообще, просто ваншот еще, скорее всего, потому что есть, мы же наш класс маг и разбойник, а есть маговская карта дракон, по-моему, Хладар называется, который бесконечно можно, ну, сколько угодно использовать заход силы героя, если, ну, типа, если хватает маны, а эта сила героя стоит 0, то есть, прикинь, то есть, ты ставишь дракона Хладар, а он по-любому будет выпадать, скорее всего, по-любому, так как у нас класс маг, и просто ты ставишь дракона Хладар, юзаешь эту фигню, бафаешься, да, на этом ходу, и просто ваншотаешь, да чем угодно абсолютно, даже если тебя на один дамажит, да, урон, даже один урон, ты можешь прокачать сколько угодно. Уже вижу ваншотающую вот эту вот, классную тему. Так, чердейская искусность, 2 маны, наносит урон заклинания, нанесите урон заклинаниями, 250 урона, короче, заклинаниями занести надо, да? Сила героя, выпускает 2 снаряда, наносящих по 1 единице урона, если погибает существо, эффект повторяется. Что-то такое было, по-моему, нет? Что-то знакомое, по-моему, какая-то карта есть такая. Так, ну мы, конечно, берем. Надо выбрать начальную экипировку. Потом найду. Блин, я нажал, но не прочитал. А вот. Макс-самоучка с 2 маны. Значит, сила героя наносит 1 единицу урона. Серия приемов вместо этого наносит 2 единицы урона. Интересненько.
Так, ну и карты, естественно. Ну то она потом тщательно посмотрим, когда открываем. Победить боссов просто надо. Случайно, колода Рено. Вот это мне нравится, конечно. Так, ну ведь чарометание для начинающих берем, короче. Что у нас тут? Удар в спину. Болтливая книга. Вот болтливой книги, может, заклинание какое-то. Это кража. Так, кража, это хорошо. Вот это шляпа. Угу. Любительница маны, портал, оружие. Так. Ну погнали, в общем, погнали. А? И тут лейтенант Ребец. Короче, одни уроки, я так понимаю, будут, да? Сергей, в вашем уроке получает натиск. Командует отрядом грозных игрошутистов. А, типа парашютисты, понятно. Лиги зла, известный как летающий косяк. Летающий косяк. Ну, пойдем побеждать летающий косяк. Рено и лейтенант Ребец. Ребец. Нормально. Лига зла? Не люблю я этих мест. Так, портал ставим. Ну а что там в карте у нас? О, дуплет. Ваши счета получают 1-1. Интересненько. Так, немного отвлекает, как говорится. Так, завершить. Перерождение, кстати, да. Ну, надо убивать, наверное. А что еще? Портал на следующий ход можно поставить будет. Или в лицо бомбить. Так, ладно. Так можно и проиграть, я думаю, да? Так, что будем делать? Вот тебе все плохо. Что это было? Призвать и призывают случайное существо. А, что случайное существо? Число муроков? Ну серьезно? И он один призвал. Мда. Так, ну вот этого надо убивать. Безумие. Но вдруг сработает. Два. Этого надо убивать точно. Блин. По-любому его надо убивать. Блин, в следующем ходу или вообще? А у него получает натиск, блин, может прожать следующий ход и убить его. Так, ладно. Так, натиск не прожмет. Натиск ему не хватит. В лицо. Что делать ты с ними, лол? Блин. Надо портал юзать. Короче, надо здесь два ставить, а за две маны что-то, да, только делать. Безумие. Но вдруг сработает. Я мечтаю быть похожим на тебя. Да, на эту. Это магической шляпой. Чтоб ее спасти. Могущество. Так, вот гад. Хитрый.
хитрый такой, ё-моё. Ладно, хоть свои зачистил все. Ты короче как-то наоборот что-то это самое. Так, ладно. Давай сначала портал тогда. Угу. Это интересно. Так. Я хочу поколдовать. Замораживает. Так, отлично. Нам лучше бы, конечно, эту тетку поставить. Ой, так, 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 так. До конца хода, да? Давай, ладно, рискнем. Я чувствую вкус маны. Смотрим, сработает ли. Рискнем. Идем так. А, да, у меня перегрузка же была. У меня же была перегрузка. Ну, короче, от фатига он сдох, сейчас у нас, я так понимаю. Что получают? Ну да, надо этих бафать. Давай, дуплет украл. Ну как украл? Забрал. У меня даже не было на самом деле дуплета, просто рандомная карта. Победа за мной! Можно перейти к трофеям. Так, пассивный эффект. Какие-то новые, кстати. Что же выбрать? Пассивка, да? Легендарные диски. После того, как вы разыграете легендарное существо, призывает его копию. Блин, надо на самом деле. Так, пассивный эффект. Пацаник пропускает первые два хода. Вот это, кстати, интересно. Пропускает первые два хода. Кольцо титанов. Пассивный эффект. Ваши существа получают один к здоровью и провокацию. Так, хочу ли я ХП и провокацию? Блин, ну... Провокация. Лицо будет защищено всегда, но это получается надо отобрать жирненьких каких-то. Два хода пропустить. Это в начале вот эта штука в начале хороша, там больше она может быть до шестого, да? Реально это классная штука, я думаю, будет. Но потом на какой-нибудь финальном боссе толку от этого мало, мне кажется, будет. Наверное. Да, вот возьмем ХПшку. ХПшку я там. Я освоил пару новых фокусов. Магических. Угу. Так. Ваш все, героя. Ага, когда убивают, берете карту, это хорошо. Ваш все, герой носит урон и восстановит. Ага, это хорошо тоже. Двойной урон, это неплохо. Когда юза силу героя кода призывается, тоже хорошо. Так, а вот это замешиваем всякие штуки. Угу. У нас пока ничего такого нету. Вот засада, с засадой, да, будут работать. Вот такое. Хотя, да, это будет. Когда будут засады призываться, интересно, будет работать? Наверное, да. Наверное, да. Так, а тут что, заклинание? Когда, после того, как вы применяете заклинание, вы кладете в руку заклинание мага. Вот, кстати, классная тема. Так. О, давай больше рандома. Эхо. Это еще эхо, то есть это можно прокачать кого-нибудь. То есть вот здесь, например, да? Ладно, давай же не заклинали. Мне кажется, или. Тем более с вороны. Разом все сильнее. Тем более с вороны, там заклинали существа будут, они, скорее всего, тоже будут таунт получать, мне кажется. Так, боевая оса с две маны. Чего? Совершенствована фауна.
Это змеяна и Соник, это что ли? Погода, да. Сила героя. Значит, что противник одну единицу урона за каждого зверя под вашим контролем. Под ее контролем, да? Угу. Так, ясненько. Рено! И... Боевая оса. А, со змеей на... Или самая оса со змеей наверху, понятно. Лига зла? Не люблю я этих фильмов. Кстати, я не поговорил точно с предыдущей-то. Здравствуй. Снимаю шляпу. Шикарный маневр. О, вот спасибо. Вот это да! Никто ничего не видел. Правда же? Разговорчу, оса. Можем решить все по-простому. Или по-моему. О, так, ну то мы убьем. Да, пока просто вычищаем стопусно. За туману 3-4. 4-3, это конечно жестко. Здесь не видно. А карт мало, то есть большая вероятность, что придет. Большая вероятность, что придет. Так, нам надо начинать уже. Так, заклинание. Так, отлично. Все эти существа, все это таунты будут. А, да ладно, не убьют сейчас, да? Вот гады. Ну ладно, много реализовали, хотя бы один раз. Хотя бы один раз заюзали. Так. А, подготовить. Так. Значит, вот эту тетку. Хотя, может быть, сейчас надо было ставить, ну ладно. Факел, да? Ладно, давай рискнем. Реализуем это пока. Другому вашему существу существу случайному, да? Так, ну эту надо убивать. Взять живым или мертвым. Вы что и замешаете три копии в колоду. Так, это кажется все хорошо. Конечно, все хорошо. Как бы сделать-то? Я? Могу лицо бить? Да, могу. Лицо расслабил. Я почему, может быть, лицо нельзя бить? Если лицо нельзя было бить, было плохо, конечно. Так, все нормально. Так. Нифига, минус 3, что? А почему минус 3? А, зака... Ё-моё, точно. За каждое ведь животное. Чёрт. Ё-моё. Так, ладно. Я чувствую вкус маны. Оружие, так. Находясь в руке, превращается случайно оружие, так. Либо после того, как ваш герой атакует, вас капли заклинания, применяйте его. Вот. Да, вот это возьмем. Блин, точно я и забыл ведь. Я и забыл. Как бы нам сделать-то?
такие стреляют. В лицо все бьем. Бьем просто в лицо. А в лицо можешь ударить? Что, противника нет, не можешь лицо ударить. Блин, так не реализую эту штуку, хотел. Прихвостник. Ну чё, в принципе, мы выиграли. Так. 5, да? Звездный свет. Физи победа, естественно. Хотел как-то красиво, но с учетом за спайном тут красиво не получится. А то можно умереть потом. Так. Это нам надо. Сила героя. Это хорошо. Сила заклинаний. Добор. Когда вы замешиваете карту в колоду, вы кладете в руки копию. Ну такое себе, такие карты брать это. Муку интересная штука. Да, надо брать вот эти, наверное. Хотя я бы взял ученицу бы еще одну, конечно. Но эхо 2 на наличка. Трат. Это кто еще? Огромный вор. За 3 маны. Сила героя, вы крадете карту из колоды противника, кладете ее в руку. Крадете. То что значит крадете? Это имеется, крадете то, что у меня пропадет карта или копирует он ее? Блин, жестко, если вы реально крадете. Так, ладно, пойдем. Доставай свои блестяшки! Чур, по карманам не шарить! Так, ну порталы, кража есть, в принципе. Снимаю шляпу! Зачем такое говоришь? Можем решить все по-простому. Или по-моему. Зачем такое? Ваш тест посмотрит хипа получает один. Блин, лол. Фигово. И смертных хипов у нас нет. Но зато 3 хп. О! Тоже. Гад. Так, ну, блин, я не знаю. Портал давай сразу. Толку от ученицы мало будет, наверное. Здесь значит всем здесь урона, если у вас есть здесь дракон. Драконов у нас нету как бы. Прикольно, если мы дракона надо здесь вытянул, да? Кому-то сбывать добро. Еще... Да, вот это бахнулся, нормально. Так. Блин, а дымана не хватает. Придется после этого выставить. На растерзание, как говорится. На что делать? Бабы на думану больше, я бы смог убить его. А так. Пусть размениваться. Сейчас набедокурит тебе. А че он забрал мне? А как узнать? Два мурака. О, и один с похищением жизни. Блин, туда, кстати, можно даже забафать его на самом деле, но. Ну да, наверное, ну хотя сейчас, наверное, не надо. Так, ну вставляем, наверное, просто как тушку. А что еще делать? Хотя... Безумие! Я мечтаю быть похожей на себя! Тушка. Ладно, этого кинем. Может, конечно, сюда, но... Что тут у нас? Я
чувствую вкус маны. Удачные, конечно, млоки взяли. О. Тебе не сбежать от нас. Так. Бесконечное оружие, грубо говоря, да? Хочу ли я его? Разве лук? Я не знаю. Лук. О как, нормально. Неплохо сыграно. Хочешь поколдовать? Я хочу поколдовать. Заморозка, так, неплохо. Ну, давай начнем раскачивать силу заклинания. Значит, я вдвое сильнее. Та же заморозка будет не один, а два, например. Ищешь что-то необычное? Изи победа, да? К сожалению, изи победа. Вот в чем твоя ошибка. Так, ладно. Нет, отпад. Трат, отпад. Так, сокровище. Амагир света, 3 маны, 3-6. После как существо атакует, вы кладете в руку 2 священных исцеляющих заклинания. Они стоят 0. Вот это интересно, конечно. Два, причем не одно даже. Ползучая лапка, натиск за 3 маны 2-4. Перерождение при смертных хип. Вы кладете в руку карту из руки противника, да? В смысле? Вы крадете карту из руки противника. А, при смертных хип, когда она умирает. Так, ладно. И перерождение, то есть получается две мы карты возьмем. Дуплет останавливает ману и заменяет карту в руке до конца хода. Подожди, это 0 маны. Дуплет восстанавливает полностью ману, то есть получает и заменяет карты в руке до конца хода. Что значит заменяет? Из колоды меняет или что? Блин. Ну, легендарка с хилом звучит как-то получше. Тем более у нас таунты все, поэтому... Тут как бы 6 хп, это нормально тема. Так, исчезновение, огненный берег. Так, замешать существо, это хорошо. Блин, тут как бы вот с этой темой нормально. Заклинаний кучу. Давай вот это лучше возьмем. Монотаунта. Базарный бог. А, это как тот, только базарный. Помощника. Другой, да? Нет никого дружелюбнее в этом суровой пустыне. Давай посмотрим, что там такое. Базарный боб. То есть другой, там был боб тот, а это базарный. Так, ну понятно, редактируется колоду. Давайте тут посетим. Охладись. О, привет, здоровяк. Тебе как обычно? Снимаю шляпу. А ты мне нравишься? Вот это да! А ты мне нравишься? Так, ладно, что у нас есть? У нас есть... Из колоды можно брать какое-то существо, но из этих я точно ничего не хочу убирать. Колода... Так... Ну, и не из таких переделок вылезал. Возвращаю случайное существо противника в его руку. Угу. Так... Астроцвет, кроша. Ну, наверное, зеру я бы взял. Так, а что тут еще у нас? Вы раскапываете заклинание и добавляете его в колоду приключения, но всегда начинается матч в руке. Вы раскапываете оружие любого класса и добавляете его в колоду приключения, но получает 2-2. Блин, ну оружие звучит интересно. Блин, зеру, заклинание.
Блин, сделать, конечно, неплохо было, потому что это, считай, как таунты у нас еще будут с нее вылазить, возможно. Не, зерна надо по-любому брать. А тут либо заклинание, либо оружие. Ладно, давай заклинание. Все, о чем здесь болтают, обычно правда. Вы раскапываете карту класса противника. Вот, да, вот это. Все, отлично. Спасибо за визит. Всегда в матче вначале будет, да? Я всегда тебе рад. Всегда переход у нас будет гарантированно теперь. Даже если что-то пойдет не так. Таркус. Это кто? Дракон? Гаргулья какая-то? Насилие порождает лишь насилие. Таркус не порождает ничего. Так кто, блин? Как будто гаргулья, что ли? Крылья вроде из рога. Демон, что ли? Благородный защитник, да? 4 маны. Сергей уносит урон существу противника. Урон равный его атаке. Так, носит... Случайно существу противника урон равный его атаке. Ага, то есть оружие какое-то у него будет, походу, в руке. Ну, погнали. Рено и Таркус. А, это не Гаргулья, это этот. В Талвире там были такие существа, да-да-да-да, как они называются. Да-да-да. И спасение мира. Так, ну меня прям все устраивает. Мы избрали путь тьмы. Первый, второй. Ничем это не лучше четвертый нас. Ходит, что ли? Снимаю шляп. Я не стану ничего обсуждать. Я хотя можно было оставить под эту. Тикану. Под ворон оставить, да? Что в руке получает 1-1, а вот это интересно. Так, давай баф возьмем, реально. Как раз сейчас существо придет, то можно... Кого поколотить? Один к атаке за что? Когда призывать существо. Его желательно, конечно, изничтожить. Изничтожить. Ладно, давай. Опять эти осы, блин. А, господи. Так. Портал. Блин, возможно, пожалею я об этом. Хотя, с другой стороны. Забафать хочется, вот сразу. О, за нормально еще. Интересно. В принципе, можно же выставить. Вряд ли он не убьет, что-то предполагаю. 6 хп нафиг, 6 хп. А, да ладно. Вот гад. Черт. Ладно, хотя бы умрет тоже. Вот гад. Вот надо ж так. Неудачно будет. Так, 4. Так, давай этого ставим. Отличный ход, нормально, так заклинание поиграем. Не сбежать. Это по-своему честно. В смысле 4? Подожди, а почему 4? Что-то я не так понял? Ну, если случайно существует противника, урон равный... А, равный вот... То есть, вот это как работает. То есть равный его, то есть 4 у него атаки, 4... Сколько там? 5 было, да? Все понятно, жесть, конечно. Мой народ обратился к тьме. Офигеть, жесть. Так, давай думать. Блин, а надо этого убить по-любому, ведь. Блин, не хватает, ни то, ни сюда. Так, давай сделаем... Тогда что получается? Вообще через этого же играть желательно, но... Ворона помрет. Хотя, ладно, она, в принципе, сделала свое дело, я думаю. Безумие, но вдруг сработает. Или как, или через этого сыграть. Но следующий ход все равно даже убьет ворону с обилкой своей. Ладно, давай. Это искусство! Да.
Давай играем так. О, да ладно, тут повезло. Еще какой-то реквизит. Так. Нет, одинаковый карт, 10 урона, все. Понятно. Когда в этом ходу погибает существо, вы получаете один кристалл маны до конца хода. Ну, надо юзать это, потому что, как бы, нам очень повезло. Нам прям очень повезло. Прям очень повезло. Что за одну ману украли заклинание. Так, это кто такое? Закрутки, мастерица закрутки. Никто не похитит наши секреты. Так, а есть серия примов у нас? Серия примов там у нас вообще нету, по-моему, да? Так. Это что, атакует, выходит? Ага, то есть надо атаковать. Так, подожди, у нас что-то происходит. Механизм есть, да? А, под контролем механизм. Между всеми противниками. Ну давай поставим эту, наверное. Когда еще разыграем ее, да? Когда еще ее разыграем? Так. Ну я юзаю заклинание. Чтобы еще что-нибудь украсть, по идее. Жаба офигенно, просто офигенно. Так. Один фиг захочет, убьет. Если я бью, то один фиг убьет. 3 хп, 3 атаки. Повезло, кстати, лол. Да ладно. Чего ты не убивает это? Это же... Сейчас, короче, жаба все у нас тут зачистит. Жабка. Подожди, а нам хватит маны? Нам даже хватит маны. Я мечтаю быть похожей на тебя. Феникс, да. Я буду сражаться за честь своего народа. Так, сейчас хилок нам даст. Хотя нам не надо хилок. Все готовы к испытаниям. Ё-моё. А, зато теперь эта обилка фигово работает. Это пофиг, главное, чтобы он... Главное, чтобы он жил. Так. Портал, да? Офигеть. Так, Феникс. Феникс. Хочу я Феникса. По идее, надо делать вот так. Делать вот так. И вот так. Прикупи, сейчас бы разыграли мана смерть. Только бы заклинание нам дало. Точнее жизни. Тихо, дядька, да? Ладно. Так. Угу. Блин, хочется хилку посмотреть, что в портале будет на самом деле. Давай, знаешь, как сделаем? Вот так. Его похилим. Иди сюда, естественно. О, ищи попал куда надо, лол. Забавно. Прикольно получилось. Так. Давайте на этом закончим. На этом закончим, продолжим попозже. Пусть будет несколько частей. Не знаю, может на стриме, кстати, продолжим. Так что всем спасибо, всем пока. Вот такое вот начало приключений.